В единый день открытия новогодних елок в парках Ульяновска зрителей развлекали не только аттракционы и творческие коллективы. В этом году организаторы подготовили сюрприз. Дед Мороз и Снегурочка спустились прямо с неба, а точнее спрыгнули с парашютом из самолета Ан-2. Давайте поприветствуем Дедушку Мороза из Финляндии! Новогодними персонажами оказались опытные спортсмены. Роль Дедушки Мороза взял на себя кандидат мастера спорта, инструктор парашютно-десантной подготовки Александр Евплов. После приземления мужчина отшучивается. Старался привести Новый год всем ульяновцам. За облачностью не сильно видно, но я надеюсь, наш дружный коллектив нас поддержит, и Новый год к нам придет хотя бы со снегом и вовремя. Снегурочкой оказалась чемпионка мира и член сборной России Ольга Кравченко. Несмотря на большой опыт в прыжках, летать в образе внучки Деда Мороза ей довелось впервые. Приземление хорошее, но у меня улетела шапка. Снегурочка в этом году осталась без шапочки. Компанию дуэту составили другие спортсмены в костюмах сказочных персонажей. А с земли за парашютистами с замиранием сердца наблюдали дети и взрослые, пришедшие на праздник. Новогоднюю программу продолжили конкурсы, зажигательная дискотека, викторина. Праздничные мероприятия в городских парках рассчитаны на детей всех возрастов и будут проходить каждый день. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.